Всем привет, это у нас Мороженщик 3. В этом видео будем проверять баги. Стартуем. Конечно же, на призраке. Первый баг я нашел сам. Он находится у нас прямо на холодильнике. Сейчас, смотрите, нам уже рогатка не нужна. Но придется снова перезаходить. Я уже заранее вам подсказываю. Вводим любое слово. Допустим, топ, потом пробел и вот так, си. Смотрите, Enter. И все, конец. Мышкой двигать не могу, ничем не могу. Вот я курсором вожу, зажимаю, ничего не происходит. Получилось топ-рианс. И нам придется реально перезаходить. Данный баг я нашел в момент, когда снимал Topsy News. Хотел вписать Topsy News через пробел, и у меня все зависло. Следующий баг у нас будет связан с крокодилом. Сейчас поедем с вами в гараж. Вот и ключики нашлись. Надеюсь, все получится. У нас крокодил должен там вертеться. По крайней мере, как у меня получалось, я выгонял его к фургону, потом на него садился, и он уже не мог никак попасть к себе в озерцо. Данный баг я нашел сам, и мне также показывал его подписчик. Но по условиям его комментария нам нужно всего лишь крокодила выманить сюда, и обратно он уже не зайдет. У меня получалось по-другому. Так, где ты? Иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне. Еле-еле он выходит. Да куда ты пошел? Так иди ко мне. Иди, 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 иди. Смотрите, он даже выйти уже не может. Иди ко мне, иди ко мне. Yes. Я должен сейчас его оседлать, по идее. Вот это мой баг. Я лично его так нашел. Сейчас, смотрите, потихонечку идем. Вот сюда. Идем в проход. Но сидя на крокодиле. Смотрите внимательно. Ничего себе, как я опасно уже сижу. И дверь закрываем. Его там крутило. Смотри, он на боку стоит. Где он, интересно, сейчас? Ножницы быстро взял зато. Так, дверь открываем. Ой, тут рот уже идет. Крокодил уже оклемался. Иди ко мне. Но здесь очень сложно вылезает. Жесть какая. Иди ко мне. Вот смотрите, по комментарию подписчика, крокодил уже не мог зайти обратно, не крутившись. Рода поймал, смотрите, как он разозлен. Так, иди обратно. И он сейчас должен крутиться, по идее. Я нашел по-другому. Видите, не крутится. Так, залезаем на него. Не получилось немножечко. Ничего себе, какой он быстрый. Он реально скоростной. Ну, в реальной жизни, конечно, вы крокодила не сможете поймать. Давайте для начала протестируем с закрытой дверью. Я его, по идее, должен дверью закрыть. Бам. Что? Он прикорнул. Я еще баг нашел. Он просто прикорнул. Не в озере. Как вам такой прикол? Он поехал, видели? Бам. Во-во-во. Но его не развернуло сейчас. Он там забаговался, смотрите. Выйти не может. Вот какой толстый. Поднимается. Во. Тоже баг нашли, прямо в этом видео. У нас сегодня видео посвящено багам. И получается по итогу что? Он выпадет здесь. Смотрите. Крокодил лифт. Да, он, скорее всего, в самом верху выпадет. Вот сюда, ко мне. Фантастика. А под ним можно пройти? Я под крокодилом прошел. Как вам такой прикол? Это жесть был трюк. Самый опасный трюк просто в мороженщике. Иди, иди ко мне. Да, не повезло роду. Сейчас смотрите, в чем прикол. Нужно на него залезть. Видели, видели, видели? Его начинало разворачивать. Еще раз заходим. Но я почему-то должен быть обязательно на крокодиле. Что очень странно. Сейчас смотрите. Yes! Он переворачивался. Получилось. Только за счет того, что я на него залезал. Ой. Ну иди ко мне, ты что? Его всего разворачивает.
То есть это у нас получается лифт. Лифтяра. Так, давай обратно. Все, разворачиваем его. Идем сначала на ему на морду. А потом назад. Ой, это я не слишком ли обнаглел? Что скажете? Просто дрессировщик крокодилов, смотрите. Я его кручу здесь. Жесть какая. Он почему-то управляется мною. Ему даже не засчитывают, что он идет по воде. Я спровернулся и полетел. Видели прикол? Он начал взлетать уже просто вверх. Пойдем рода ловить. Спящего. Ах ты. Это, в принципе, не все еще баги-то с крокодилом. Сейчас смотрите, что мы сделаем. Протестируем баг, что у нас предметы остаются в руках. И смотрите, в чем заключается баг. Я его нашел сам. Нам нужно будет атаковать крокодила в тот момент, когда он меня атакует сам. И после этого пушка должна остаться у меня в руках при перемещении меня в гараж. Вот, смотрите, нам нужно обязательно это сделать в момент атаки. Бам! Не успел. Провалиха. Уезжаем, приезжаем. Возможно, это прокатит. Он не успел на меня напасть. Да, жив. Ура. И... бам! Не выстрелил. Но пушка в руке. Подождите, пушка в руке. Она всегда в руке, что ли, получается? Она не выпадает из рук. Но ведь у нас все остальное выпадет. Давайте сейчас прямо стрелять не будем. Пушка не выпадает из рук. У нас всегда все выпадало. Нет, пушка выпала из рук. Вот в чем прикол. Я все-таки его атаковал. Вау. Да на. Сейчас еще раз попробуем. Я уж подумал, что он не работает. Вот смотрите, пушка искрит здесь. Да, вместе атаки и осталось. Пробуем еще раз. Нужно стрелять в момент его атаки. Бам. Выстрелил я, и он упал, смотрите. И пушка должна остаться в руках. Давайте даже сцену эту посмотрим. Ну-ка. И пушка в руках, смотрите. В гараже. Вот это прикол. Реально сработал баг. Он меня не подвел. И крокодил, скорее всего, уже проснулся. Давайте посмотрим на крокодила. По крайней мере, я был с пушкой, да. Да, он проснулся. Бам. Ух ты, я через дверь пробежал. Это баг космического уровня. Теперь обратно хочет идти. Переходим к следующим багам. Они связаны с Чарли и Лиз. Что они, оказывается, могут залезть наверх фургона. Супер, вот. Так, что нам нужно? Нужен ключик. Он опять у телека. Это рекорд. Бам. Сейчас, значит, поедем в цирк. За Чарли. По сообщению подписчика нам нужно будет заманить Чарли к фургону и закрыть перед ним дверь. И тогда он залезет на сам фургон. После чего мы можем уехать, и он останется здесь в каком-то интересном месте. Так, давай залезай. Это я данный способ нашел. О, очень быстрый способ, чтобы все не бегать. Код разговора для Чарли у нас 2131. Все, пошли. Также есть баг, что у нас Чарли может затолкнуть меня прямо к рулю. Так, резко прячемся. Найдет ли он меня? Пока что идет прямо. Где последний раз видел, туда и идет. Развернулся. Подписчики сообщали в комментариях, что Чарли по итогу все равно приходит к фургону. Точнее, он приходит туда, где нахожусь я. По крайней мере, он реально идет за мной. Ну-ка, давайте на цирк залезем. Чарли даже умеет забираться на цирк. Вот это прикол. Молодец. Спускаемся. Ну-ка, прыгать умеешь? Нет, идет грамотно, смотрите. Сейчас пойдет по веревочкам. Ура! Нам нужно успеть закрыть дверь. У нас так было, помните, с котенком? Он забирался на самый верх фургона, и дальше его респавнили в какое-то рандомное место. Бам. Смотрим. Поднимается.
Ладно, давайте пробовать уезжать куда-нибудь в торговый центр. Ну-ка, смотрим, где будет Чарли. Золотая рыбка уже плавает. Да, Чарли здесь нет. Он просто висит. Вау. Он висит, как мистер Мид. Поехали теперь тогда к Лиз в лагерь. Но его здесь-то нет. То есть ему засчитали, что он сел в фургон, похоже. Смотрите, фантастика. Сейчас также попробуем поговорить с Лиз и оставить ее вне фургона. Код для Лиз у нас 1323. Как? Что Чарли хотел мне этим сказать? Где он? Я имею в виду, он в порядке? 13. Да, в конце концов, мне удалось спрыгнуть на одной из остановок. С остальными все в порядке? Оу, это так хорошо, мы должны что-то сделать. Сейчас троечку нажимаем. Ты убедил Лиз. Все, она идет. Идем между домами. Давайте даже проверим, придет ли она сюда. Ну, Чарли просто вне фургона. А, идет. Ну-ка. Ну, это Майк. Говорит, смотрите, видим Чарли снизу, как он сидит. Вау. Надо бы не пропустить Лиз. Где она? Она по палатке идет. Так, Лиз опасная. Бам. Ну-ка, заберется ли наверх? Тоже куда-то забралась. Уезжаем в торговый центр. И смотрим. Смотрите, Лиз на фургоне. А Чарли я не вижу. Ее поместили прямо к палаткам. Ну-ка, как мы приедем сейчас? Они, похоже, засчитали, что Чарли находится в фургоне. Чарли здесь, а Лиз-то нет. Поехали снова в лагерь. Ах ты, мы ее не видим. Будут еще сцены? Нет. Где наш куст? Вон она сидит. В самом начале. Смотрите, она должна сама за мной пойти. Хорошо, я буду следовать за тобой. Это необычно. Боком идет, смотрите, как Майкл Джексон. Вау, просто боком. Вот тоже баг. Баг после бага. Вот такие последствия. Сейчас мы снова будем не давать ей зайти, но уедем раньше. Вот, смотрите, закрываемся. И... О! В гараж. Она опять в куколку превратилась какую-то. Фантастика. Она считается, что не зашла. Тут только Чарли. Ему засчитали, прикол. Вот этого я точно не ожидал. Да, она там же, вау. Давайте ей дадим зайти в фургон. Как это вообще будет? Мороженчик не дает идти ей. Смотрите. Нет, он сначала ее выталкивает. А потом она, похоже, пройдет. Это что вообще происходит? Смотрите. Она подшумливает. Ой, она спиной так идет. Идем, идем, идем. Все, мы его обдурили. Он агрится на шум ее ног. Резко в фургон. Но уже теперь ей даем зайти. Следующий баг проверим уже с Чарли. Что он умеет меня заталкивать в кабину. Ну все, она села. Давайте куда-нибудь уедем. Допустим, в цирк. Я не боюсь этого глупого мороженщика. Почему ты не сказал мне, что у Рода есть моя сестра? Разве мы больше не друзья? Да, похоже, ты не очень хорошо справился. В следующий раз учти, что я самый храбрый из нашей четверки. И меня Чарли должен затолкнуть прямо на водительское место. Идем к фургону, надеюсь, появится. Только нам нужно стоять прямо в конце кабины. Сейчас залезаем в фургон. И встаем вот сюда. Электропушка, фантастика. Yes. Он меня просто затолкнул сюда. Что здесь делает электропушка? Почему я так здесь на изи оказался? Смотрите. Это шедевр какой-то. Ну-ка, она заряжается? И пушка реально зарядилась. По Чарли. Смотрите, спалили просто фургон. Это фантастика. Меня Чарли на изи заталкивает. Бам. Попал отсюда. Фантастика. Я это сделал.
Давайте на этом видео и закончим. Это у нас была просто финальная точка. Подписчикам спасибо за найденные баги. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.